Спасибо, Господь, за причастие, при чистых Твоих тайн, тело и крови Твоих, спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Господь, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, мой Бог, спасибо. Господь, спасибо. Спасибо, спасибо. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за причащение причистых Твоих тайн, тела и крови Твоих. Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господи нашим. Благодарю Тебя за всех братьев и сестер моих. Благословляю, мои братья и сестер, благословляю семью свою, благословляю всех причащающихся ныне, всех рассуждающих о теле и крови Христа. Эти простые и одновременно такие глубокие истины. Помоги нам принимать верой и помоги жить этим. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Два тысячелетия звучит это слово. И миллионы душ, уверовавших за эти два тысячелетия, переживали и переживают эти слова вновь и вновь в своей жизни. И провозглашаем сегодня мы эти же слова. Я и Отец одно. Я и мой Бог, мы одно. Благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое. Отец мой, сущий на небесах, да святится имя Твое. Аллилуйя. Ставим лайки для канала. Господь дарует мир. Аминь, даром, аминь. Благословляю. Надеюсь на уже... не так уже ближайшую встречу в начале марта, в конце, в самом, получается, последние числа февраля и первые числа марта во Львове буду. Благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу! Благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Господне, с миром Божьим всем вам. Сегодня суббота, Господний день, радуйтесь, пребывайте в покое. Аллилуйя! Ну и споем давайте наше шабатнее под конец, под занавес. Сегодняшним днем мы будем петь мы это, ликовать, славить Бога. Здесь в Киеве мессианские общины, разные очень мессианские общины, с разной теологией всякие собираются. Адвентистов седьмого дня здесь тоже недалеко, он тоже на левом берегу. Вот, так что есть место, где можно посетить собрания сегодня, очень разные собрания христианские, почитающие Господний день святой. Но самое главное, это праздник, он семейный больше, и он один на один с Богом совершается. Это его день, это его праздник. Это не просто наш праздник, это Божий праздник. Шаббат шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом,
Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. О, Давину, хай, наш Отец живой. О, Давину, о, Давину, Авину Малкейну, Шеба Шамаим, Отец наш, который на небесах. О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай, Ам Израиль, хай, народ Израиля жив. Потому что ты Отец Небесный, Бог Святой Живой. О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай. О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай. Ам Израиль, хай, Ам Израиль, хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, хай, хай. Всем вам желаю мира. Эйвейну шалом алейхем. Эйвейну шалом алейхем. Эйвейну шалом, шалом, шалом алейхем. Шалом, шалом, Иерусалим. Субботний мир, мир тебе, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, 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 Иерусалим. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя! Поздравляю тебя, Господь, с этим праздником твоим. И был вечер, и было утро, день седьмой. Воспоминания того самого первого шаббата в истории цивилизации, который ты провел с первой семьей, с нашими пращурами, праотцом нашим Адамом и праматерью нашей Евою. Благодарю тебя, Господь, что сегодня мы, вспоминая о том дне, понимаем тебя и принимаем тебя как своего Творца, как Творца всех миров. Ты создатель этого мира. И этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир имеет разумный замысел, этот мир создан Богом Святым. И этот мир создан для Бога Святого. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! 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 Благословен Бог наш! Благословенно имя Его! Барух Ашем! Как мессианский служитель тоже я часто об этом говорю. Роман пишет, а если день шаббатний, воскресенье? Ну, шаббат есть шаббат, а воскресенье есть воскресенье, первый день творения. Вот. Другое дело, что Господь с нами во все дни до скончания века. Поэтому Машиах сейчас здесь с нами. Вот. Для меня шаббат, Мельхиседек пишет, каждый день, всю жизнь посвятил Богу. Это хорошо, это правильно, но и не совсем. Потому что могут, вы, допустим, понимаете так, а многие люди могут понять это и не так. Поэтому будьте осторожны в таком высказывании, потому что Бог повелел все-таки нам 6 дней работать. И только один день вот покоиться с Ним в Его день. Вот. И когда Машиах вернется, когда будет, как мы говорим, второе пришествие Христа, тогда вот восстановится святость субботнего дня во всей полноте своей,
И из субботы в субботу мы будем приходить на поклонение Господу Богу Святому. И также на праздник кущей, праздник поставления кущей, согласно пророкам. Это исполнится в понимании христианском нашем новозаветном при втором пришествии Господа Иисуса Христа, Иешуа Машиаха. Мир Иерусалиму, мир Израилю, мир Церкви Христовой. Аминь, аминь, аминь. Слово говорит о дне для Господа отдыха, один день из семи, да, аминь. Если нет покоя изнутри, то и день бесполезен. Да, так и есть. Аминь. Согласен, брат, пишет, да, слава Богу. Пусть все, друзья мои, пусть Бог благословит вас всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. До встречи в эфире. Сегодня вечером будет включение в 6 вечера. Вот. Завтра утром в 6 утра перед служением я сделаю утреннее включение, такое с утренней молитвы. Вот. А служение наше церковное в воскресенье будет с 9 утра, как обычно, до 12, арендное время. Возле станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Вот. Кстати, еще сразу после нашего собрания я планирую зайти еще быть в гостях там же на Кловской, только 7 называется. У нас дом номер 6, адрес, да, у них, по-моему, 7. Ну, рядышком прям. Значит, пастор Эльдар Мирзоев, мой старый друг, вот, он начинает служение здесь в Киеве, ну, он уже служитель давно уже, но сейчас начинается церковь, значит, новая. И вот в это воскресенье, завтра, у них будет как раз вот, собственно, значит, открытие церкви. Я так понимаю, первое служение, первое собрание. Очень хочу к ним тоже зайти, прийти, послушать, помолиться вместе с ними, тоже благословить их. Слава Богу, это очень трогательно, волнительно, когда вот начинается новое служение, новая церковь, тем более здесь, в столице, на берегах Днепра. Слава Господу. Благословение вам от Господа всей семье. Аминь. А со службы не бывает трансляции. Я делал в прошлое воскресенье, делал трансляцию. Получилось. Не сразу, но получилось. Вот, надеюсь, получится и в этот раз. Надо будет телефон пополнить мне, значит, и... да. Нет. Благословляю всех вас, короче, во имя Господне. Все, все остальные вопросы потом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом.